такая сумка у нее у печки. Вот она приводится таким движением в рабочее состояние. Решетка нижняя для углей на петлях сделанная. Решетка для гриля. Ну и так маленькие вещи какие-то ставить. И поддон. Ну, поддон не входит. Сейчас я его подточу, войдет. Говядина сочная, всех с покровом. Так, ну тут на решетке тоже жарится. Она, наверное, будет посушена, наверное.